Так, добрый вечер. Ну, сделаю видео на русском. Ну, оцените. Значит, вот. Посадил сосны. Как-то так интересно там в два ряда. Ну, в общем, на дурочку, на глаз. Ни нитку ничего не протягивал, просто на глаз. И вот, смотрите, домик. Значит, кликфальц уже на обе стороны. Сейчас покажу вторую. Вот. Ладно, давайте смотреть, какой вид будет из окна. Вот, смотрите. Пока нету морозов, я посадил, чтобы было, ну, интереснее, веселее. Потому что если придет зима и снег, да, поймите, это будет красота, красота. Будет очень красиво все белое, а эти зеленые. А вы будете вот глазеть из этих стеклопакетов, смотрите. Вот, я, скорее всего, буду рекламировать этот домик, сдать в аренду своим потенциальным таким покупателям, которые захотят такие домики, потому что я могу по всей Латвии такие построить. А если люди захотят перед этим тест сделать, вот я и за определенную плату их запущу. Вот видите, красиво сделал окно. Деревянное, все максимум экологично. Ну вот и смотрите, сегодня тут занимался, лазил, вот сейчас дождь идет, усиливается дождь, ребята, да, вот, усиливается дождь, не закончил там саму верхушку еще, вот, домику, да, домику не сделал я еще саму верхушку, там придется потом. Верхушку другой день, когда без ветра, без снега, без дождя, в общем, буду ждать. Не успел. Вот и видите, во, как красиво. Хорошо, покажу дорогу. Вот машины едут, видите, вот трасса. Вот здесь вы съезжаете ко мне. Чик-чик-чик-чик-чик. И сразу у вас такие сосны в два ряда. Я посмотрю по ситуации. Может быть, я посажу еще третий ряд, если честно, да? Ну, надо так, чтобы здесь вот между крышей, этим свесом, да, и соснами могла машина проехать. Но, в принципе, думаю, что если еще здесь третий ряд бабахнуть, видите, как красиво. Во, как красиво, мне нравится, не знаю, как вам. Я очень рад, что через окно будет... А, мы можем и зайти вовнутрь, хорошо. Я одной рукой ключ поищу, посмотрим, что мы видим через окно. Или из окна будем видеть. Два ряда уже красиво. Красиво, уже красивее, чем один ряд. Так. Ключи, ключи, ключи. Ой, сейчас я... Сейчас, секундочку. Извиняюсь. А, ключи в другом месте. Хорошо. Ну вот, значит, продолжаем эту... Смотрите, я сейчас быстро сбегаю за ключами. Вот видите, как красиво, как красиво. Эти вот. И здесь поле соседа. Так можно было и смотреть на это зеленое поле. Но, по-моему, веселее, когда... А, и давайте я еще на секунду отойду вот сюда, на поле соседа, чтобы мы посмотрели, что мы видим отсюда. Во. Во. Как это домик теперь на фоне. Во, 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 во. Надо это снять. Видите, как? Во. Видите, как? И буквально пару лет... Ну, идея такая. Сосны, по-моему, по 10 сантиметров за год. Вот, набирает. И здесь буквально, ну, считайте, каждый год 10 сантиметров, да? Ну вот, я думаю, что красиво. Красиво. Я так немножко, домик там 5 с чем-то метров, а сосны я посадил. Видите, как в каждую сторону подальше еще, да, чтобы... Под углом, как-то под радиусом, если смотреть, не знаю. Ну, в общем, смотрите, красивенько, да? Вот сейчас пойдем за ключами. Вот в бусике ключи есть. Сейчас возьму ключи и покажу вам изнутри. Вот домик. Вот видите, как... Сейчас, секундочку, с другой стороны.
Вот, видите, как это кликфальц, кликфальц смотрится как, да? Вот. А эта сторона, где сейчас белая, это будет тоже все черными этими, как это, доски на русском называется, в четверти, да? Кто соображает, кто понимает, вот эта черная доска в четверти вот такая будет. Сейчас я... Ребята, извините, почему-то ключик от домика не вижу. Нашел. Все, идем. Заходим вовнутрь. Да, сейчас заходим вовнутрь. Вот еще сосны, полюбуйтесь. Вот. Машины едут. Так, все, идем внутрь. Чтобы одно видео делать сразу. Не каждый день, чтобы. Вот, сейчас зайдем. Сейчас поднимемся. Вот как я сделал. Вот. Вот ключ. Вот вагоночка. Вот окно деревянное. Угу. Секундочку, секундочку. О, открылись, открылись. Ну и смотрим. Например, вы внутри, вот, и смотрите, вы здесь лежите на каком-то топчане, диване, не знаю, на этот, в кровати или в постели, называйте как хотите. Вот, и перед глазами, да, тут вот что-то щебеночка, ну что-то посмотрим, придумаем, может быть там, ну не знаю. Это на дороге, ну не могу я закрасить какого-то другого цвета. Но там, где эти сосны, значит, я там, есть же, как это на русском, мульча, да? Вот, я там постелю, наверное, геотекстиль, чтобы, не знаю, может, трава не росла между ними, да? Вот, чтобы между ними трава не росла, и чтобы был геотекстиль, и на ней, на текстиле высыплю эту мульча будет, да? Вот, и поэтому, сколько я понимаю, это тоже даст такой интересный вид. Сейчас между этими соснами, как вы видите, грязь, слякоть, там это все некрасиво, а мульча же, как это, дробленная мелкая, это кора деревьев, да, такая коричневая, да? Так что, ребята, будет красиво. Я понимаю, что будет очень красиво потом. Ну, не знаю, вот уже есть какой-то пейзаж на что смотреть через большие стеклопакеты.